Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Стаканчик, King on Fire. Как всегда, отличное настроение, пацанчики, поздоровайтесь. Привет. Привет. Приветики. Сегодня мы играем на карте FNAF 9. Я, кстати, на этой карте ни разу не играл, это будет первый ролик. Если она мне понравится, я добавлю в коллекцию. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы сегодня будем убегать от монстров Хендерсона. Здесь очень классные мостики, ступеньки. И все такое, где можно реально побегать и повыживать. Пацаны, вы готовы? Да. Нет. Надеюсь. Да, тут вообще, тут да или нет. Все просто побежало. Ставлю пока месть одну, а там будем дальше глядеть. Там на медленный капец. Да? Ну она ваншотит. Она ваншотит с одного раза, поэтому, пацаны, будьте очень внимательны. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. А я буду смотреть на мостике вот здесь сверху, как вы проигрываете. Я аж могу зазумить даже. Ого, жопу зазумил. Побежала, побежала. Она плохо, да, что-то бегает совсем? Она вообще застряла. Хорошо, давайте мы сделаем другого. Нет, карта очень красивая. Так, знаете, я сейчас поставлю такого монстра, который может телепортироваться за спину. Поэтому я тебе уже не завидую автоматически. О, я видел, я видел. Чё, блин, я думал, это она за мной ты поехнулась, ты ж меня не пугай. А ты знаешь, немножко очконейшн. Бежит, бежит. О, ты поехнулась. Так, 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 внимательно, они к нам ее привели. Но зачем это, пацаны, сделали? Обычно это я делаю. Где она, где она? Вон она. Какого? Она куда-то цепнулась. Уби. Балди, именно немножечко офигел. Смотрим. Она сейчас тэпэхнется кого-то. О, пошла, 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 пошла. Темноватая карта, даже... хотя я поставил очень яркие фонари. Я даже ее не услышал. Она, кстати, бесшумно бегает. Мне эта девочка с ножом очень нравится. Ой, котик с ножом. Какое вообще название? Йо-йо, киллер. Нормально. Давайте мы тогда сделаем. Раз, раз, раз. Во. Вот теперь вообще жир. Я сейчас тоже начну скоро убегать, или она меня убьет сразу. Давайте будем чекать. А что тут мины стоят? Знаешь, как встань? Встань на перила и поверни спину. А когда она будет тебя тпхаться, она будет падать, так как она тпхается за спину. Логика? А их можно убивать? А, нет. Чисто повыживаем ладно. Сегодня. Я видел, как она тпхнулась. Прощай. А я спрыгнул. Потому что я же ж не могу проигрывать. Я хочу повыживать. Я ни разу, кстати, не умер. Беги, беги, просто беги. Ты пыхнулась. Во, начинается веселье. Давайте эту карту немножечко изучим. Потому что я ее сразу запустил, и мы начали записывать. Дальше не проверил, как она идет. Нет, я проверил, она идет 600 кадров сюда, поэтому это очень крутой FPS. Она за мной. Да, она тоже за мной бегает. Лазер тег. Очень красивая карта. Здесь, получается, охранник сидит. Ну, похоже, что да. И следит. Ай, она за мной. У них музыка стрёмная. Почему карту сломали? Кто это сделал? Стоп саунд напиши. И будет все окей. Да, они не могут попасть. Все четко. Музыка была стрёмная. А вы где? Я наверх. А эта карта разрушается, да? Да, там столб подняли. Они постепенно забегаются. Просто можно перебегать. Слышь, отвали от меня. Я хочу столб разрушить. А столб не разрушается почему-то. Нет, столбы не разрушаются, они ломаются так, когда ты их физганом трогаешь. А, не, нельзя физганом трогать. Ну, как бы физганом тронуть, то видишь. Значит, мы можем в конце взорвать ядерную бомбу, и эти столбы улетят, да? Не знаю. О, мы проверим, ребята, так что мы не забудем, надеюсь, взорвать ядерную бомбу. Там наверху это... О, как он забрался там? Где он? Утка. Я его не вижу. Умная походка. Вы понимаете, они прыгают очень высоко. И чё, я не вижу никого. Через текстуру на крышу прошел. Так, давайте посмотрим, что там на втором этаже. Так. Прикольно здесь. На третьем этаже ничего особенного нету. Потолок, да, классно сделали, светящийся? Да. Бежит. Я никого не вижу. Я на самом верху. О, все тут-то. Давайте проверим, придут они к нам или нет. Нельзя трогать.
На тебе за это, за то, что ты карту ломаешь. Так, давайте проверим, допрыгнут они к нам или нет. Мы там все на крыше. А мы, да, все наверху. Посмотрим их интеллект. Он к нам ведет его. А он не может по ступенькам ходить. Он идет, вот идет. Где? Пришел. Ой. Вот, блин, я не успел отпрыгнуть. Рыбка. О, еще голова пол, это жестко. Ну че, где вы? Он застрял. А что за звуки? Прикольные звуки, какие-то хрюканья издают они. Так, мочат пацанов, а мы просто походим. Так, что у нас тут? Фазбер Пиза. Иди! А, я уже тут был. Черт. Никого не вижу. О, давайте проверим, если я поставлю здесь одного сиреноголового, например. Да, они без проблем здесь ходят вообще. Наизично. А, они сейчас будут драться с котопсами. Со мной. Они же воюют. Так, давайте мы еще добавим кого-то. Я знаю, кого надо добавить. Вам понравится, пацаны, смотрите. Например. О, акула лежит. Каменного. Который может тпхаться. Ой. Все, погнали. Ну да, все. Оно и видно было, что погнали. Так, пошел. Быстрые. Очень? Так, старайся выжить. Кстати, я даже с прыжком бегу, они меня догоняют и постречи дают. Успокойся, мужик. Так, наверное, что-то много штук поставил, да? Он по стенам может лазить, вы видите? Офигеть. Лучше отойди. Так, давайте попробую вселиться и проверю, я смогу. Вот, блин, ты пыхается говно. Давайте попробую по стене полазить. Стойте. Полез. Блин, круто смотрится. Я хочу тоже. Стреляйте. Блин, какой же кнопкой? А что с лестницей? Вот я лезу якобы. Только анимации нету, да? Ой. Да. Полез. Ладно, выселяемся с него. Все, пацаны, давайте, можно их мочить. Он бежит за мной. Сейчас проиграю. Давайте под лестницу. Все, он тут меня не достанет. Че, все, не можешь пройти? Я догадался, как можно от них убежать. Ого. А вскакивать так прикольно. Димас убил. Красава. А, это ж я. Давай, вон еще. А ты этого убей. Замочили, пацан. А, он тпхнулся и убил меня. Мочи, челик. А то они сильно умные. За мной. Жесть, что творится. Убили, вот молодцы. Че, пацаны, убили всех? Да, вроде бы да. Пацаны, сейчас будет очень жестко, я вам не завидую. Если у вас слабый горит мод, тоже вам не завидую. Давайте проверим, сколько можно будет продержаться, когда их очень много штук. О, рабочий стол! Ребята, ну что, как и обещали, мы для вас взорвем сейчас ядерную бомбу. Погнали, посмотрим, что будет. Разрушится карта или нет? Так, сейчас продамажит еще чуть-чуть. И посмотрим. Так, давайте улетим. Нет, столбы целы, значит их только можно уничтожить физганом. И я, друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, спать в любом контакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!